Бесконечной любовью согреты, я хочу научиться любить, быть для ближнего солью и светом, для других на земле этой жить. На земле, где страдания часты, где так мало любви и тепла, это честь и великое счастье, жить для ближнего, не для себя. Утомленному руку подать, к совершенству стремиться, не к злату, сироту и вдову защищать, проявить благородство на деле, возвеличив при этом Христа. Это высшая школа смирения и свидетельство ученика. Не для себя. Пред тобою склоняюсь смиренно, научи меня, Боже, любить. Дай мне сил в наше трудное время хоть немного другим помогать. Быть слугой и рабом бескорыстным, себялюбие грех побеждать, подвязаться смиренно и чисто, и в других своего не